видископ. Многие команды молодежные, именно там Динка, Сокол, тот же Кременчук, они участвовали в чемпионатах Беларуси. Также у нас дети до сих пор спецклассы, 2002-2004 участвуют в чемпионатах Беларуси. Ну и также турниры, международные турниры высокого уровня, где участвуют наши молодежные команды. И надеюсь, вот хорошую команду собрал Кременчук, тоже молодежную команду. В Северодонецке есть детские школы. Но самая большая проблема, я думаю, трудоустройство этих ребят. У нас даже в детской школе «Сокол» где-то 10 детей приехало. И достаточно хорошего уровня. Понятно, мы добро пожаловать, проблем с этим нет. Они у нас занимаются. Но и также жалко, конечно, были и Донбасс, очень хорошая команда. Это был флагман последнее время нашего украинского хоккея, где дети всей Украины, которые занимаются хоккеем, хотели попасть в эту команду, потому что это команда самого высокого уровня, которая была на данный момент у нас в Украине. Плюс была команда молодежная, где был главный тренер Александр Гаденюк. Это тоже была ступенька для наших молодых хоккеистов, украинцев. И достаточно высокий уровень там был. К сожалению, ну, на данный момент мы все понимаем, что это невозможно и содержать там команду, и тренироваться. Поэтому жалко, что эти молодые игроки опять разъехались. Кто в Европу, кто в Америку. Но надеемся, что они не потеряются. И все-таки в дальнейшем они также будут с удовольствием защищать цвета нашей сборной. Витископ. Спортивное видео.